сегодня у нас морская тема. Готовить будем одно блюдо, которому научил меня мой итальянский друг, шеф-повар на своем мастер-классе. Блюдо называется филеттино ди ората аль коре ди помодоро. Нам понадобится рыбка ората, масло оливковое, соль, перец, петрушка, помидоры вяленые или сушеные. Для гарнира свежий салат, помидоры и картофель для пюре. Первым делом нам нужно подготовить рыбу, а именно разделать ее на филейные части. Нам понадобится самый острый нож в доме. Мы должны сделать надрез вдоль всего хребта рыбы. Затем мы протыкаем рыбу, выводим нож наружу. То же самое мы делаем с другой стороны. Теперь начинаем срезать мясо с кости. Теперь необходимо достать с рыбки все косточки. Мне в этом деле помогает пинцет. Нам необходимо разрезать рыбку на части. У меня рыбка маленькая, поэтому мне на две части будет достаточно. Так. Теперь приправляем рыбку приправами. А это соль, перец, масло оливковое, петрушка. И теперь, как было сказано в названии, мы должны сделать сердечки из помидорчиков черри. Поэтому берем помидорчик черри и начинаем заворачивать филе рыбки. Закрываем при помощи зубочистки. Так делаем со всеми кусочками. Выкладываем в емкость, которую можно поставить в духовку. Емкость также должны смазать чуть-чуть маслом. На 10-15 минут при температуре 180 градусов рыбу отправляем в духовку. А тем временем приготовим картофель пюре. Также в это время мы можем заправить салат. Помидоры черри, масло оливковое, соль, перец. Лично я добавляю в салаты еще и уксусы. Это уксусы пищевые. К примеру, этот Aceto di Vino Bianco, уксус белого вина. Есть также уксус яблочный для пикантности. Либо же можно добавить просто лимонного сока. Теперь приступаем к сервировке блюда. Здесь у каждого может быть своя идея. Я выкладываю пюре. Выкладываем рыбку. Шпажки можно оставить, можно убрать. Мне нравится больше со шпажками. И выкладываем салат. Вершить все можно пару кусочками хлеба.